кто хочет попасть в прошлое лет на 30 назад, не нужна машина времени. Им просто нужно прийти в парк Александра Невского. Уже завтра здесь все будет напоминать о 80-х годах прошлого столетия. Центральная аллея парка превратится в звездную. Ее украсят полутораметровые диски и пластинки с изображением советских артистов эстрады. А между глянцевых улыбок Пугачева и Ротару будут прогуливаться модницы и модники 80-х. Леггинсы, лосины, просторные кардиганы с плечами и мешковатые свитера на лакированные челки приветствуются и среди гостей праздника выберут лучший образ 80-х. В этот раз фестиваль займет больше места, чем обычно. Под локацией задействуют все площадки парка, даже отдаленные. Здесь можно будет вспомнить, каким бендеры были несколько десятков лет назад. Именно на этой площадке мы сможем заглянуть в бендерские окна. И что же мы увидим там? Прежде всего, мы, конечно же, увидим пионерию. Пионерская комната, где идет подготовка непосредственно к всевозможным пионерским слетам, всевозможным линейкам, которые были так популярны в 80-е годы. Здесь будет атрибутика, здесь будут барабанщики, здесь будут горны. И все желающие, которые смогут, захотят попробовать поиграть на барабанах, их обучат этому. Здесь можно будет и почитать, и на ретро-автомобили посмотреть, а еще будут советские дворы, шумные и веселые. Конечно же, люди взрослого поколения во дворах играли в домино. У нас будет большое домино, и прямо здесь можно провести партии. Шахматы – это тоже одна из игр, которые игрались во дворах. Мы здесь вспомним и классики, и резиночки, и крестики-нолики. И все это будет проходить на вот этой площадке, которая называется «А у нас во дворе». Любимые фильмы, артисты и телепередачи из 80-х. И, конечно, московский телецентр Останкино. Появится он и у нас. Можно будет сделать уникальный снимок на фоне олимпийского мишки, символа Олимпиады 80-го. Концерты и интерактивные площадки начнут свою работу в 5 вечера, а уже в 8 начнется ретро-дискотека. В связи с фестивалем в городе будут курсировать дополнительные маршруты общественного транспорта с 10 и почти до 11 вечера. Проехать во все микрорайоны города можно будет от памятника русской славы по улице Панина, а отправиться в Тирасполь гости смогут от мемориала памяти и скорби.